Брайан Трейси сказал, кто преуспевает, они всегда более решительны. Более того, не бойтесь ошибок, не бойтесь неудач. Ошибку воспринимай позитивно. Чем больше ошибок ты совершаешь, тем больше опыт ты приобретаешь. Не нужно ошибок бояться. Ошибка дает тебе шанс учиться. Ошибка дает тебе опыт и показывает, как это не работает. Что характерно, успешные люди гораздо чаще ошибаются. Они просто их не боятся. Это нормально и это хорошо. Успешные люди более решительные, естественно, они больше делают поступков, естественно, у них больше ошибок. Прямо сегодня, принимая решение, ты должен четко осознавать, что оно может быть ошибочным, но бояться этого не стоит. Кто не работает, кто не двигается вперед, тот вообще не совершает ошибок. Если бояться ошибку, тогда вообще ничего не получится. Тогда вообще ничего не будет. Если ты не делаешь шаг, значит, ты не делаешь шаг к своему успеху. Если ты делаешь шаг, у тебя и есть вероятность ошибки, но у тебя есть и вероятность стать успешным. Не бойся, двигайся, вставай. Прямо сегодня принимай решение. Прямо сегодня ошибайся. Ничего страшного, ошибки нет. Я даже на своих тренингах часто слышу, что люди ищут стабильности. Вы знаете, что в биологии понятие «стабильный» означает «мертвый». Стабильность – это болото или зона комфорта, которая неизбежно приводит к деградации. Если взять воду, поставить на огонь, положить туда лягушку, и она будет плавно нагреваться. Постепенно температура достигнет кипения, и лягушка в ней сварится. Вот она плавность, вот она стабильность. Большинство людей, они привыкают к бедности, они ни к чему не стремятся. Они варятся точно так же, как эта лягушка. Но если взять, поставить воду, разогреть, довести до кипения, и взять лягушку, бросить в эту воду, она тут же оттуда выпрыгивает. Это стресс, это спасение, это нестабильность. Если ты будешь в зоне стабильности и делать то, что ты и так умеешь, ты ни к чему не придешь, в твоей жизни ничего не поменяется. А если ты примешь решение и пойдешь туда, где тебе страшно, если ты пойдешь туда, где ты не умеешь и никогда не делал, вот тогда ты будешь расти. Точно так же, как я сейчас сижу перед камерами. Я никогда не сидел перед камерами. Я всегда стоял перед залом. Перед залом работать гораздо легче. Перед камерами трудно, но я пошел, я это сделал. Для меня это новый рост. Для меня это нестабильность. Для меня это новый шаг. Для меня это развитие. Точно так же и для тебя. Ты сегодня выпил кофе. Иди на работу и делай то, что ты никогда не делал. Тогда ты будешь нестабилен, тогда ты будешь развиваться. И ты превзойдешь всех своих коллег. Мой принцип на моих тренингах – я вытаскиваю людей из зоны комфорта. Я их довожу до белого коленя, чтобы у них колени тряслись. Я их заставляю делать то, что они не умеют делать. То, что они делать умеют, они и так это делают. Я не чувствую себя комфортно. Но когда ты заставляешь человека выйти из зоны комфорта, заставляешь его делать то, что он не умеет, только тогда он растет. Это точно так же, как спортсмен. Для того, чтобы мышца росла, ему приходится делать разные упражнения, брать разные вес, менять нагрузки, менять позы для того, чтобы человек развивался. То же самое в жизни, то же самое с твоими мозгами, то же самое с твоими привычками. Для того, чтобы ты рос, ты должен выйти из зоны комфорта. Это мой принцип. Я сам выхожу, себя заставляю выйти из зоны комфорта, тогда я расту. И я своих учеников всегда вытаскиваю из зоны комфорта, гружу на все 100%. Грузите себя, выходите из зоны комфорта, и тогда вы будете расти, развиваться. Тогда вы будете идти прямыми шагами к успеху. Тогда вы будете постигать себя. Тогда вы будете превосходить всех. Тогда вы сможете делать свой бизнес. Тогда вы можете выстроить свое предприятие. Тогда вы будете успешны. Деньги к вам пойдут. Вы даже не заметите, как и откуда.